Метро Экзодус! Не, не Экзодус, конечно же, метро 2033. Все еще. Экзодус в феврале только. Ну, в принципе, тоже неплохо, я считаю. Шутки повторяются. Но для тех, кто был вчера на стриме, да, для тех, кто не был. Заставка в 30 FPS. И в этот момент такая вылазит NVIDIA, how it's meant to be played. И только потом игра становится в 60 FPS. У меняшки. Last Light или 2033? Пока что 2033. Мы еще не прошли. Мы сейчас уже почти добрались до полиса. Только что сражались с фашистами и отправили в полис сообщение с башни. Вот. Которая нас спросила отправить... Я же не помню, кто из них. Так мало имен, но их так сложно запомнить. Продолжить. Теперь мне было ясно, Черная станция. Что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Тебе заплатили консоли, чтобы ты телегу задвинул? За игры на консолях, что? Эй, урод красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Оп! Спасибо, чел! Блин, ребята, а можно мне фильтров? У меня же фильтров нет вообще. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом да, потом. Да, Павел все. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Окей. Вот, возьми. Это вот я та буду самая ждать тебя в заброшенном пушка, да? Туннеле к полису. Да. Ну что, меняем калаш тогда на эту. Калаш у меня, конечно, тоже неплохой. Она еще и с глушаком, что ли? Он, походу, мне с глушаком дал, да? Окей. Блин, опять через фашиков проходить. Вышли ты спикером в этом году? Я не знаю, Тиси, это еще рано говорить. Нам еще не предлагали ничего, не объявляли. Может быть, почему нет? Ну, если попросит Twitch, или если Миша попросит, конечно же, буду. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. Так, берем ножи. Точно. Кому все это сдалось? Ага. А, это я не видел. Да простите. Простите. Да, я... Да, слишком темно. Ну ладно, это была хорошая ловушка. Давай сюда пушку. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе без фонарик-то плохо видно. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби. Пройди мимо, я и хотел их пройти мимо, но вот ловушку не заметил. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Я и сейчас-то ее не вижу. Как бы, ну, вот где она? Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. А вот вижу. Точно. Кто здесь? Здесь еще и банка. Готов. Ну, как бы да. Пытаешься ее обезвредить, а там банка. Ну их всего двое было. Блин, ребята что-то про семью разговаривали. Может быть, их не надо было убивать. Может быть, они не такие уж и плохие. Хотя вроде фашисты.
Мы все носим броню, снимаем бронежилет, раздеваемся догола, и все равно остаемся в панцире с головы до пят. Мы боимся раскрыться перед другими, боимся показать свои чувства, боимся мы, что другие догадаются, что мы думаем. Мы прячем свои лица под противогазами, но под резиной тоже маски. Нет, под резиной немножечко другое. Ульман Балагур, непробиваемый оптимист. Я увидел его настоящее лицо только когда убили его боевого товарища, смертельно усталый, почти отчаявшийся. Вот каким он стал. Всего на секунду, а секундой позже он снова нацепил свою броню и снова стал весельчаком. Я не стану лезть ему в душу. Метро это не принято, и я никого не пущу в свою. Единственное, типа, ну блин, если бы я их не убил, я бы не взял эту книжку. Так что все правильно сделал. Типа, главное, что постучать не успели. Правильно. Ну да, пушка все-таки с этим. С глушаком, определенно. Да, Виктор, это редюкс-версия. Все, играешь без индикаторов? Ну, да, режим рейнджера. Твою мать! Ну я же менял в прошлом прохождении, конечно. Что поделаешь? Ну, перед смертью. Я пытался в стелс, я пытался. Эй, стоять! Да блин, откуда здесь банки? Где красный-то? Надо искать. Бежите, красный! Где они? Ни хрена, ты чё такой жёсткий? Через решётку увидел. Ну ладно, давайте по стелсу. Уровень сложности, рейнджер. Видели, нет? Не видели. Ну как я должен был? Я не так на картах шел. Как я мог их увидеть? Ну тут можно одного убить. Попробовать, по крайней мере. Прямо в пузо. Отлично. Так, здесь банка. Как работает генератор? Если только к нему никто не прикоснется. Все на самом. Как работает генератор? Починить надо вначале, потом ворота откроются. Ах, да. Тоха, косой, сюда! Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, вздерну. Убит! Ах ты! Тревоги близко! Ладно. Нормально. Все, трое было. Да, пушка с глушаком в игре имба. Так-то. Потери! Теряем солдат! Лови гранату!
Ладно, не такая имба, как граната от челика, который только сказал «лови гранату», а уже ее кидает. Шо? Ну, и вернее, уже ее кинул даже к этому моменту, да. Ладно, здесь у меня уже движение отточено, в принципе. Если попаду, конечно. Вроде центр экрана. Ну так, примерно. Ай. Все, нормально. Чё? Показалось все. Что? Это что там? Там вроде. Да. Да кто тут может? Крысы одни. Шорох? Кто здесь? Одни крысы. Но это я не крыса, я не. Тьфу, блин. Тревога, красная! Че жесткие-то такие? Как он увидел? Снайпер. Ну, не очень-то снайпер. Ладно, я реально не знаю, как это место пройти, все проще так. Глаза, да то есть! Он не светил в мою сторону, как он меня мог увидеть здесь? Ну я тебе. Спокойно. Ну-ка, ты допрыгался! Я не знаю, как они так быстро грены кидают, чего? Серьезно? Так ее даже не видно было. Чуть жесткое место. Гаси все вам подряд, да я так делаю, в принципе. Он не сдох? А, он сдох. Нормально. Дальше, вот эта лампа. Угу. Сейчас должны начать обсуждать генератор. Если только к нему никто не прикоснется. Держит ее в руке, чтобы фитиль прогорел, а потом тебе под ноги. Ну, может быть. Приставь к нему охрану. Тоха, косой, сюда! Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, вдерну. Го, подождем, пока этот уйдет. Эти, вернее, со своим генератором. А мы именно санем вот этого мужика. То в прошлый раз я рановато кинул нож. Блин, здесь еще один. Но этот на нее не смотрит вроде бы. Запомнить, что там банка. Спрыгивать, не знаю. Генератор погаси, но это надо там войти. К ним. Пойдем попробуем. Звуки!
рубеж прокачанный, не такой обычный, двустолочка. Да я, по-моему, всех здесь убил уже. Походу, рели всех. Вы считаете, что я запомнил, что здесь банка? Ну, погасил я генератор, и чё? Кстати, там минус карма была, да? За то, что я генер погасил, или плюс карма? Знакомое место. Лол. Болитные стрелы. И опять максимум, походу. Начал о карме заботиться. Не-не-не, я мне пофиг. Мне просто интересно. Ну, да, мало ли на будущее. Может, потом когда-нибудь перепройду на самом сложном и с гуд кармой. Тут ходит. А, ничего здесь по паутине ходит? Не, они где-то надо мной. Я в какие-то подвалы забрался. Всех пауков бы сжечь. Я боюсь, меня по свету спалят. Не знаю, ползти, не ползти. Чего, вруби ПНВ? У меня ПНВ стоит. Ты не дробаш. А! Прибор ночного видения. Я думал, это пушка. Да, да, я, да, 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 да. Я думал, вы про пушку. У нее тоже, по-моему, какое-то название из трех букв. Труп. Эй, что такое? Чуть-чуть встал, сразу же услышали, лол. Кто это там? Да крыса это, крыса. Грибы какие-то не те, что ли? Почудилось. На чего меня тут поставили? Нашли меня. Это еще кто? Все трупы видели. А? Что-то кажется... Трупы видели, да. Тревога! Коммуняки! Так, наверное, меня не включен. Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. Нашивки. Блин, прям надо мной ходит. Вот он здесь! Так, никто меня еще не нашел, вот он здесь. Ищем! Ну как? Ничего! Ха! Фонарь выключен, я специально проверил. Я специально проверил, я поэтому и снимал. Прибор ночного видения, потому что думал, что у меня фонарь включен. Черт!
Где же он? Отсюда уже, наверное, никого не снимут. Хотя, вот, может быть, тот с фонариком сейчас пройдет. Давай вперед, не? Вперед! Врага найти и уничтожить! Эй! Выходи, урод! Убил я его, нет? Ушел, собака! Точно ушел! Ну, здесь где-то топает. Ну я тебя! Чего? Окей. С один, по-моему, остался. Не, двое еще. Недолго осталось. Или еще больше. Черт! Где же он? Спокойно. А тут? Ну я тебе... спрячешься. Блин, ножи такой ОП в игре, конечно. Ночоты просто. Независимо от того, куда кинул. В какую часть тела. Есть у него шапка. Нет у него шапки. По-моему, нет. А, или я просто огненными стреляю. Да, походу. Или нет. А. Не помню, как это делить. Не, по-моему, он все-таки шашку кидал. Горело. Даже сюда-то и надо, нет? Нет. О. Здесь тогда что? Сейф. Да, сейф. А и что? Не, ну один еще там остался. Остальных я всех ножичками, конечно, перебил. Здесь как там лидер? Лидер занерфанный. Вот Prove the Self. И в принципе суровые починка генеров. И самохил забафаны. Блин, сейчас вот на ловушку нарвусь. А, я знаю, что это за место, лол. Хахмда. Ничего, найдется. У меня нашел. Больше уже никого не найдешь. Так, хорошо. Туда куда-то направо. Аптечка поюзать, что ли? А, я не ранен. Ладно. А, мне прям по центру надо было пройти. Так, ребят, ну подождите. Не говори, что здесь еще кто-то есть. Я кого-то слышал. Слышал раньше историю о метро 2 и
невидимых наблюдателей. Ну окей, сейф пошел. Метро 2, убежище советских... Это ж та самая, которая пульками стреляет. Да, это она. Наш обычный... Это же для стелс. Метро 2 для пастухов и их псов. Во, кстати, про метро 2 послушать. Была инфа об этом. Они провели оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, они находились на сокольнической ветке, это за спортив. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается навеки. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование метро 2 становится чем-то мифическим и нереальным. Но метро 2 и сегодня вокруг нас. Его тоннели оплетают перегоны нашего метро, а его станция находится, может, всего в нескольких шагах за стенами наших станций. Не хочу снайперку, Шарик. Ну, я не знаю, не, у меня, конечно, дробаш не очень. Не могли бросить свою стадо на произвол судьбы. Могу вместо дробаша взять. Они присутствуют неощутимо в нашей жизни. Направляют, следят за каждым нашим шагом, но никак не проявляют. У меня пуля 20. И не дают о себе знать. Это и есть игра в невидимых наблюдателей. Но почему они не хотят, чтобы проследили? Хотя бы посмотреть, как она работает. Овцы решили, что отвергли своих пастухов на минуту их слабости. Во-вторых, за то время... Как ее накачивать, напомните? Воздухом. Развитие пастухов шло иначе, нежели наших. И теперь они являются собой не людей, а существ высшего порядка. Чья логика нам непонятна и мысли не подвластна. Неизвестно, что задумано ими на нашем метро, но видите ли, все. Они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что... Только не взрывайся у меня в руках, пожалуйста. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей судьбе. Однако они присутствуют повсюду. Короче, погнали, попробуем. Шариком в каску. Странка, я прохожу игру первый раз. Я, ну, второй по сути, но первый был настолько давно, что это по сути неправда. Я играю просто по фану, прохожу, потому что мне интересно пройти игру сейчас перед релизом этого. Просто лампово проходим метро. Что? Кто-то... Поэтому не надо здесь возникать по поводу того, что эти миссии легко по стелсу проходятся. Ну, я вроде как по стелсу их так и прохожу, не? Это еще кто? Убитый! Тревога! Убитый! Нет! Тревога! Ноу! Блин, фонарь прям в лицо. Ой. Ну, уже не по стелсу, окей. Угу, ему шарик в лицо. Готов! Красные атакуют! Спокойно! Эй, братан, у тебя все нормально? Последний? Не, не последний. Там еще один ходит. Нашего подстрел... Или нет? Могу собрать лут. Туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Они и не по стелсу, по-моему, легко проходят. Атмосфера же. Атмосфера. Нормально так все ящики попали, кстати. Подёргай поршень ещё. Так, надо к дробовику вернуться, наверное. Из бесшумных оружий у меня и так. Что за звук? Что-то я не туда пришёл. Стоп. Или там. А. Да, не туда. Верни мне мой дробаш.
начали очень тайминги под конец стрима вспомнил. Когда последний поле убивал челика. Да, это круто было. Стрим вырубился под конец. А, и это тоже, да. И на этот рубился. Да. Че, мне сюда? Да. Погнали. Пауки! Сжечь! Вперёд тебе покупай за кузнецом мосту ВСВ с глушаком прицелом. Сейчас бы на изи хед раздавал в стелс. Да я и так раздаю! Может. Не прям уж хеды. Типа, стоп, а почему она вообще... Почему она прокнутая? Кто её прокнул? Какая станция? А я не помню, как показать. Тут по заметкам разве что. Черная станция. Вот хотел сказать, но решил перепроверить. Заметка вторая. Метро отучает людей верить в чудеса. Но летит машина в небеса. Тем более на черной станции. Зато учить жить без надежды. И все же иначе, чем чудом, я не могу объяснить даже себе то, как пробрался сквозь заполненный фашистами лабиринт черный. Меня будто вел кто-то. Может быть, неистребимая моя идиотская надежда. Может быть, сама судьба. А может быть, вот этот вот планшет со стрелкой, которая указывает, куда бежать. Так. Невзначай. Блин, весь мой этот побитый противогаз. Здесь еще дышать нельзя? Не, уже можно. Артём, братишка! Братан! Ульман! Залезай сюда, Ульман! И передохни! Сейчас подожди, да, я посмотрю, может, ты тут не полутал что. А ведь не полутал! Только мне ничего из этого не надо. В аптеку сейчас я узнаю и заберу новую себе. Мы будем в полисе. Ей, в полис. Стоп, где мой дробаш? Почему я не могу сменить оружие? А, здесь просто нельзя менять оружие. Что это за ставка? Приветики, знаю тебя с YouTube по Dead by Daylight. Здорово, Ван Патч. Ну, это что-то новое. Добро пожаловать что-то на Twitch. Страшно. Культовую игру проходим. Трошечку. Хотят. Конечно. Что он делает? А, не-не-не-не, я пошел. Черт. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Звучит как что-то партнер. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг.
Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в Полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. На самом деле, Полис топчик. Я выполнил свою миссию. Полис от клево. Там есть СПБшечка хорошая, там по Арбату можно прогуляться, всякие кафешки, ресторанчики. Ух. Полис от топ. Полис. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистен, приехать захватить ваш станция! Ульма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с Черной. Ну ладно, проезжайте. Здрасте. Меня Артём зовут. Привет, я Артём. Давай дружить. Может, хоть ты? Привет, я Артём. Пусть будет последний магазин в игре, так что можешь скупаться по полной. Я, в принципе, и собирался. Очевидно, что здесь самые топовые эпохи будут. Сейчас надо как раз ВДВшную эту пушку. Качать по максимуму. Ну и дробаш, наверное. Сейчас как ты стримишь, ОБС? Ладно, пошли. Думаешь, он сам здесь ножками перебирал? Как в Флинстоунах? Ух, в Полисе сейчас наслушаемся челиков всяких. Брони говорят, вроде нету. Отличная шапка, Сэр. Ступай своей дорогой, добрый молодец. Добро пожаловать в Полис, капитан Красно. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Нет. Слушай, он Гордон, капитан, Фримен. Парень впервые в Полисе. Тебе Морган. Лучше не знать, через Морган. Что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Пока. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Двухголовые брамины. Здорово. Привет. Дать вам пульку. Мне их много. Тебе в особенности могу дать пульку. Ребенку нет. Я с детьми в этой игре не очень дружу. Я в туалет хочу. Раньше надо было, а пока подождешь. А, вот ну, это папа. Ваш муж? Простите. Никаких простите, нет. Я вам пульку не предлагал. Простите. Заметка 1. Полис. Сколько себя помню, мечтал попасть в Полис. Человек от злой и беспросветной подземной жизни мельчает, зверей дичает. И только в Полисе ему удается оставаться похожим на тех великих людей, которым удалось покорить целую планету. Полис — последнее пристанище ученых, профессоров, артистов, всех, кого на остальных станциях сочли бы никчемными дармоедами. Последняя цитадель культуры и цивилизации. Еще по легендам, там круглые сутки горел электрический свет, совсем как это было в нашем невозвратном прошлом. И Полис не подвел меня, не обманул моих ожиданий. Огромный, сияющий, вычищенный до блеска. Настоящий подземный город. Его 4 станции, соединенные воедино, напоминают залы древних храмов из книг по истории. Просто, находясь здесь, ощущаешь какую-то необыкновенную энергию. Начинаешь верить в то, что человек еще сможет однажды подняться с колен. Как Раися, матушка! Если и есть во всем метро кто-нибудь, кто сможет спасти ВДНХ от нашествия черных, таких людей я смогу найти только здесь. Понис, да хватит.
Здорово, Покрик. У вас свадьбу тоже будешь проходить? Завтра начну, да. Аки, знаешь, ты к чужим девушкам пульки раздаешь? Да. Она же вчера пришла и сказала, что он ей пульку, говорит, предлагает. Ствол бы предложил. Так, ладно, что у вас здесь есть? Патрошки, только да? Только у нас. Где лучший он? Курс на товарищ станции. Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Ай. Артём? Я Мельник. Рассказывай. Патронов не надо? Бежи, не готовь я тебе рассказывать. Бежи, мне нужны фильтры, во-первых. Бери. Вот это возьми, пригодится. Тебе спасибо. Продаем. Сюда. Налетай, разбирай. Че по пушкам? Это единственный магазин или дальше еще будет? Че они продают? Вилопал. Этот револьверный дробовик, собранный из обычного велосипеда и отрезков водопроводной трубы. При помощи молотка и какой-то матери. Неожиданно эффективен в ближнем бою. И калаш 2012 на момент начала войны был наиболее современным совсем немного осталось. Стоящих на вооружении автомат. Мне кажется, вот его надо брать, да? Велопал топ, бери его. Ну его, наверное, вместо дробовика обычного. Отличное оружие. А калаш вместо нашей вот этой пушки. Я так помню, дальше только монстры будут. Людей уже особо не будет, если я правильно помню. Поэтому можно громко стрелять, не обязательно по скрытности. Денег не хватит. Совсем немного осталось. Ну чё почём? 90 за лопал, 115 за калаш. Для тебя берёг. Лучше повесь оптику на ВСВ. Калаш так себе. Был коммент, что это последний магазин. Ну да, я понял. Нет, 115 хватит на калаш как раз. Бери, их совсем немного. Тут скучно, осталось. Играй в Dead by Daylight. Чувак, тебе скучно смотреть прохождение по метро 2033. Тогда можешь вернуться на YouTube и посмотреть там что-нибудь другое. Потому что здесь мы проходим метро. Не бери калаш. Выглядит круто, блин. Это... Отличное калаш оружие. Встретишь. Не пожалеешь. Очень бери, их совсем немного осталось. Патрон продай не нужен. Не знаю, я хочу калаш, короче, обменять. За 81 патрон будет. И я на него сейчас оптику повешу. Просто. Берешь и стреляешь. Все, погнали. Отличный курс. Я же взял, да? Да. Теперь надо ему тюнинг дать. Только глушак. Глушак мне не понадобится, оптика. Коллиматор и КПНВ прокрасный. Наверное, лучше его. В условиях недостаточной освещенности. Да, может быть норм, наверное, не знаю. И... Ну, возьмем прицел тоже. Чё по патрошкам у меня? 172. 42, 54. У меня вообще все фул практически. Единственное, 0 на огнемет, но... Стоп, какой огнемет? Мы ни разу не видели. Он сейчас появится, скорее всего, позже. Ты неправильно играешь, играй, как я пишу. Единственное, мне еще дробаш надо апать. Потому что мой дробаш еще какой-то не очень. Коллиматор почем? 25. И КПНВ мне не нужен. Можно удлиненный ствол ему взять, чтобы получше на раньше стрелять. Погнали, да. Обмен патронов. Стрелы дорогие, да. Стрелы я сейчас продам, потому что их-то я юзать точно не буду. По двоечке. Стрелы... Столько. Пульки... 14 мало. Револьверные тоже не хочу продавать. Хороший выбор. Пули. Нужно ли мне взять еще фильтров? Причем по 15. Помогает от всего. Это полезная штука. А, да, 15. Вот это возьми, блин, зря пригодится. Тебе спасибо. Че, все? Надо было еще чуть-чуть патронов закупить. Спарта! Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже, и ты им все расскажешь.
Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Братан, у тебя тут пушка такая клевая, может мне подарить? Хотя это обычный кровь похож. Не, ну вот на кой ты так накидался, братан? Ну, еще пушка. Надо было. За тебя! Вот и за Сашку! Нехрен делать чисто. Блин, а мне на бар-то хватит денег! Ребят, подвиньте, я выпить хочу, у меня... Вот. Зажрёшься, а мне, мля, надо же, новое лицо! Наливай! Пять всего лишь. Угощай. У нас вот как-то тоже было. В общем, накатили. Мужик, выпьешь со мной? Я аж с ВДНХ приехал. Пожалуйста. Я одному не хочу, алкоголиком еще посчитают. Да постой, говно. Ну не суть. Короче, меня набухались. Сашка, ну там скорее за Пашку. Чего? Так это разве набухались? А, ты тоже мне добавил. Спасибо, мужик. Это же всегда. И вообще, че у меня? Сыграешь? Там че, мешал? Ну все, типа, двигай дальше. Ну так вот. Ох, ладно, наливай еще, давай. Нашу, типа, опа. А то я тут сегодня 4 часа в ДБД играл, надо выпить, я считаю. Типа я знаю. Ща мне на руку наступили на выходе из кабака. Получен достижение третий. Туннель. После первой и второй, да, третий. Погнали. Погнали. Они так по стенке стремаются, типа. Алкстрим, ну так немножечко. Они? Ну типа не надо. Чё ты сам-то выпил? Мне налей. На них. Типа ж караван. А такие же, бля, жлобки. Спасибо, мужик. От души, брат, вообще. По карманам, а там хер ночевал. Ну мы рогом пошевелили. Решили сумеют их продадим, добавить хватит. Говорил мне, наливай, а не себе. Я покрепче буду. Ну так, ну и чё? А то ранили на станцию. Мужичок-то худенький. Кушать больше надо. Мы вот с ВДНХ приехали, у нас свиней разводят. Сальце, миско. А ты приколись, шлычок. Там травил с контом, их там в тоннелях по пьяни штопали. Но не отмахались. От превосходящих сил. Нанеся. Второго бармена уже минусанул. Не, ну вот что ты творишь вообще? Мы я сюда? Не могу уже ржать в натуре. Хорош домогаться. Единственное, у меня теперь, по-моему, вообще ноль денег. Да, ноль. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Можешь меня очистить от радиации? Нет. Клюет чего? Они там крокодилов ловят? Папа, я есть хочу. Клюет. Нет, дочка. Пока нет, нет. Потерпи. Ну, папа, ну когда? Не знаю. Подождем. Воу, вас что так много-то? Простите, я только из бара, могу перегаром немножечко на вас дышать. Что там ловят, то знаешь в следующий раз. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Что ж, закупился я по полной. Вроде готов. Двинули. Подожди, не двинули. Кто придумал глупую напыщенную фразочку о том, что с могуществом приходит ответственность? Мне казалось, что в полисе сосредоточена вся мощь метро и водозубов вооруженная охрана.
Его огромный авторитет среди любых станций и фракций, его запасы еды и боеприпасов, его богатство и процветание, полис, пуп земли. Но, как оказалось, ему дело нет до бед каких-то там периферийных станций. Совет не хотел даже тратить свое время на то, чтобы выслушивать нас. А выслушав, все-таки на скорую руку поставил на судьбе ВДНХ штамп «отказать». Отказал не только мне, отказал самому Мельнику, главе рейнджеров-спартанцев. Я думал, все кончено. Если бы не Мельник и его люди, рейнджеры не просто так называются орденом. Это и есть настоящий рыцарский орден. Государство в государстве, братство людей, для которых принесенные клятвы важнее жизни Теусвульд. А поклялись рейнджеры защищать все метро от любых опасностей, которые угрожают его жителям. И неважно, во что они верят или где находится их станция. Библиотеку уже проходил, но если ты следишь за сюжетом, совсем чуть-чуть. Мы сейчас идем в библиотеку. Там только что об этом сказали. Глаза красивые. И остальное. Слушайте, это еще Nvidia Hairworks, которые в Ведьмаке использовались. Какие красивые у него борода с волосами. Блин. Погнали, чувак.